Приветствую всех покупателей, коллекционеров и просто зрителей моего YouTube-канала. Девочки и мальчики, представляю вашему вниманию маленький дедушка Ленин. Да, тот, кто не знает, я напомню. Даже не напомню, а покажу. Это Ленин в детстве примерно, вот так, если на него посмотреть, лет где-то 6, может быть 7-8, читает книгу. Вот смотрю в книгу, вижу фигу. Ребята, это фарфор, шикарнейшее состояние, шикарное. Он такой блестящий, такой чистенький. Нету ни сколов, ни повреждений, ничего. Единственный недостаток, который я обнаружил, это вот стертая печать изготовителя. Ну, видно вот следы какой-то синенькой краски. Возможно, это ленинградский фарфоровый завод, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Вон есть такая буковка N. Ну, внутри он, конечно, он тут чуть-чуть дырявый. Как там интересно. Ребята, данный экземплярчик, смотрите, пальцы целые. Вообще красавчик. Небольших размеров. Размеры покажу чуть позже. Переходите по ссылочке. И он уже сегодня в продаже. И в конце я добавлю. Продается без претензий и возвратов. Маленький дедушка Ленин.